Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Европа. Европа – дочь финикийского царя Агенора, сестра Кадма, была похищена Зевсом, обратившимся в быка, и перенесена на Крит, где родила ему сыновей Миноса, Радаманта и Сарпедона, отождествлялась богиней Крита, где ей поклонялись, а история ее, по всей видимости, является греческой интерпретацией ритуальных скачек на быках, существующих на Крите. Европа, сидящая на быке, появляется на метопе из Сифнианской сокровищницы в Дельфах середины VI века, а веком позднее в одном из храмов в Сицилии. Европа – популярный персонаж художников нового времени. Придерживаясь описания о видим сцены похищения, по которому белый бык позволяет девушке увить рога гирляндами и вскарабкаться на спину. Тициан изображает завораживающие смирного быка. Той же теме посвящены картины Рубенса, два полотна Веронезе Рембрандта, одна из редких для него классических картин, ландшафт с Европой Лорена. Вот так вкратце о Европе. Пока-пока. До свидания.